Приветик, товарищи. Вот как бы дыня в открытом грунте. В чем прикол этой дыни? В том, что она посажена была буквально вот летом, то есть в первых числах до десятых. Такие вот дела. И ну вот такой вот он уже коренастенький, неплохой. В принципе, растет. И довольно-таки не болеет, однородно. Вот это конкретный экземпляр, еще несколько. Они были посажены просто с тряпочки, вот с ткани, без полива. То есть я сделал ножиком здесь отверстие, в земле прокопал немножко, сунул корешок, засыпал и ушел. Вот, и они прижились без полива вообще, то есть без полива в первый же день. Ну да, земля была влажная после какого-то дождика, с тех пор дождя практически не было. Вот первый день за лето прошел дождь нормальный. Вот, я приехал посмотреть, что тут получается. Такие на поле, бахча растет, даже без полива, даже без первого. Я раз только поливал вот этот кустик, 0,5 литра воды, не знаю, ему скорее помешало, чем помогло. Потому что они обжигаются обычно после таких дозировок небольших. Ну, что можно сказать? Уже что-то будет скоро цвести. Уже какие-то уже есть отростки. Вот, ну, что-то он такой кустится вроде. Показывает свои виды на урожай. Развивается вроде штатно. То, что у меня дома сейчас и на поливе. Выглядит, ну, листья может побольше, в то же время то, что было посажено из этих же семян, но не намного, да. Ну, такие вот дела, то есть, в принципе, растет. Они не уходят в вечный стресс, как это часто бывает, если использовать в открытом грунте, да еще и без полива, на поле профессиональные семена. Они, в принципе, не уходят в вечный стресс. В вечный стресс у меня ушли те, что я делал под гидратор корешком, но я их просто сажал буквально там 10 дней назад, грубо говоря. Поэтому они еще сидят. Я не раскапывал под ними землю, не делал лунку. Я просто сажал с расчетом на то, что этот корень уйдет глубоко вглубь. А до этого они должны такие быть небольшие и... Они не должны разрастаться, потому что вокруг земля твердая. Вот я не копал, без лопаты сажал. Так что все как бы так вот. Там где-то есть еще таких, около таких штук 100 есть из чего выбрать. Массовый, не то слово, отбор. Отборнее не придумаешь. Отбирать так отбирать, так как говорится. Но зато мы видим, что вот в самых таких жестоких условиях, практически без воды, без полива, она идет в рост, она приживается к земле, прямо с влажной тряпочки в слегка влажную землю. То есть, если создать перепад какого-то ландшафта, тем же трактором, каким-то плугом пройти, и это все высеять или высадить в углубление какое-то такое, там... чего-то такого, то в принципе можно чего-то ожидать. Ну, желательно, конечно, не летом. Желательно, чтобы хотя бы, ну, хоть четверть, хоть половина марта была нормальная какая-то погода. Но у нас было очень холодно, просто очень холодно. Так что такие дела. Так что урожай откладывается до осени, если он будет с полей особенно. Но, тем не менее, вечного стресса нет, потому что все-таки бахча, она не знает, что такое зима, знаете. Она вот смотрит, что-то не то, и она уходит в стресс. И может до осени вот так вот сидеть и чесать себе затылок, и думать там, что это такое случилось. Пески пришли, дожди не идут, когда же будет муссон, ну, что-то такое она вот себе думает, она миллионы лет так привыкла думать. Поэтому... Ну, наверное, бахчеводы знают. Есть даже ролики на Ютубе, что вот не растет бахча и все. Без полива на открытом грунте. Нет, растет. Растет просто не вся. И, видимо, с этим можно работать. Ну, вот я думаю, жестокий отбор среди тех, которые я уже раза два жестоко отобрал. Это будет третий жесточайший, массовейший отбор. И что-то с этого может получиться в плане... Открытый бесполивный грунт. Ну чего, посмотрим. Самые ультраранние, которые дадут урожай. Они если дадут, то где-то по килограмму будет плод.
не больше, пойдут в семенной фонд. Может, я даже выставлю на продажу это дело. Но это в лучшем случае. Че, коренастые такие, хорошие, вроде бы идут в рост.